Надо судиться с фирмой. Нет. Конечная цель, чисто должен был выбор. Это конечная цель. Чтобы не повторялось. Чистый город, это положено. На практике у нас целый город права. На более маленькие участки, когда маленький фирмы смогут. Такой объем, конечно, он уже здоровый. По частям делить и отдавать маленьким фирмам. Конечно, две недели мусор не было. Дома складывают эти пакетики. Написала, что возможности как бы вывозить чаще мусор нет. Нет, потому что не проехать. Потому что надо было представителей их пригласить. Так надо пригласить хозяйственную комиссию на скорую. Во сколько они? Они, по-моему, в половину. Там и кор, там все должны быть. Они будут собираться заднего входа или отсюда? Не знаю. Где-то к вас же в НВ вроде приглашали, вы пойдете, нет? В НВ? Да. Кого приглашали в НВ? На дать мастер-класс мастерам. Если говорить про статью, которую выпустили в вашей называемой газете, то вы прежде всего, как сказать, даже не являетесь прессой. Вы должны отвечать на свои слова. Там половина всего прессой, это клевета. Панорама не является. Как можно вообще идти на попятную такой газете, просто половину оклеветали. Написали то, что вообще газета просто не было. Личные сообщения кого-то просили писать, а такого никогда не было. И вы, по сути, написав эту статью, признали, что вы работаете только по жалобам. Вы не обслуживаете карту обслуживания. Вы написали, не было жалоб, поэтому придите, не было сделано. Придите, вы и поговорите. Это вообще просто такая глупость. Как вы же сами не пригласили никого. Пригласили. Как же и Чужеса Владимира пригласили, и Бучинского пригласили. И кто у нас... Какого центриста Алексея пригласили с их. Приходите, расскажите, как нужно людям работать, поговорите с мастерами, операторами. А при чем здесь мастера? Они работают как только можно. Поговорите, расскажите, вы услышите очень красивые красноречивые ответы. Поговорите. Я хочу не говорить и не услышать, я хочу увидеть чистоту в городе. Все. Хорошо, ясно. Решения у вас нет. А зачем нам решение? Вы этим занимаетесь. Зачем вам решение? Вы этим занимаетесь. Сделайте свою работу. И вообще никаких претензий не будет. Оно нам надо вот выходить, как мерзнуть, помойки притащить. Нет, чтобы лопату взять и вокруг своего квартиры там. Вместе с тобой. Давай. Не вопрос. Давай. Да не вопрос. Знаете, прямо сейчас пошли куда? Куда? Так у вас какие-то проблемы у дома? У вас есть проблемы у дома? Ребят, здесь есть где-нибудь пешеходные переходы засыпанные? Так нет, вы же говорите, вам мусор не вывезти. Вы же говорите, вам мусор не вывезти. Нет, прямо сейчас пойдем, почистим пешеходный переход. Сейчас съездим обязательно. Меня не съездим, буквально. Вы пришли с мусорными баками, говорите, мусор, город завален мусором. Теперь мы идем, короче, чистить пешеходные тротуары, да? Ну да. Так же вы себя ведете в социальных сетях. Если где-то мусор, пойдем, поехали, посмотрим. А насколько вам хватит, товарищ президент, в месяц? Интересно, посмотрим сколько вообще стоит? Расскажите. Кому-то эта территория принадлежит. Что вы игнорируете? Сколько вам месяц хватит за это? Посмотрим. Тролль, да? Поезжайте на 32-й квартал. Так а в чем проблема? За что мусор вывозится? Поезжайте на 32-й квартал. Бульвар Эстония, 16, дом. Коротенький Бульвар подъем. Бульвар Эстония, 16. Да, 16. Сейчас коротенький поеду. Подъем. Городская территория. Не надо Бульвар Эстония, 16. Езди сразу, здесь недалеко, Пыльки, Аллея 11. Езди. Хорошо. Да, и контейнера стоят третьи недели около дома. Только не разбей машину. Ее вовремя не вычистили. И посмотри, что там делается. Я заснял специально сегодня. Хорошо. Там лед.
Причем... Вот девушка жалуется. Помойка не вывезена, на тор нет. Нет, помойка у нас, мусор вывезен, картон не вывезен. Но у нас трактор заваливает, приезжает, который ее заваливает. Поехали, почистим. Въезд в это. Но мы сами, мы же с работы женщины приезжают, или мужчины, берут лопаты и после трактора к своему подъезду расчищают дорогу. То есть это уже не мы, это народ говорит. Да. Что, то, что приезжает снегоуборочная техника и заваливает подъезд к мусоробаку? Да, подъезд... Ну, вход у нас, как а вы подбор. Видели когда-нибудь, как подбор. Работает машина снегоуборочная? Мы таких я вижу, так она сделала это. Вы видите, как она работает? По-разному. А при чем здесь это? Да, потому что квартирное товарищество должно следить за своей. Приехали, основные трассы, дороги почистили, вышел дворник, наймите хорошего дворника, чтобы он вышел и вычистил. Она что, должна весь день стоять? И ждать, да. Когда вы кучу сделаете? У дворника вообще-то 2-3 часа работы. Ты сам подумал, 2-3 часа. Он не целый день. Никто ему целый день не оплачивает. За 2-3 часа он утром прочистил, а потом сзади приехали завалить. В сетях пиаримся, народ говорит. Нет, я тебе говорю, что не надо вот говорить, если ты действительно во дворы не заезжаешь. Вы не представляете, где это. Вот я говорю, заедь вот сейчас, Кухи-Буклян сейчас поедет, Кухи-Алия 8-11, посмотри. Да выпало столько снега. Да какой выпало, там ты увидишь, там уже куча льда, прямо уже осветрился. Там 30 сантиметров льда стоит, льда. Это не за один день. Никаких вопросов нет. Зима оплачивается 2 миллиона евро, проедь. Нет снега, нет, есть снег, она оплачивает. У вас какое образование, чтобы рассуждать там такие? А у вас какое образование? Поете, да. Наверное, у вас высшее образование. Причем здесь моя работа? Ну, где вы работаете? А, вы, мы, короче, нечего сказать, переходим на личность и копаемся. Я хочу знать, депутат, где работает, чтобы учить кого-то, ну, как ему выполнять свою работу. Ну, что мы не должны учить, как он ехать на тракторе. Он должен просто выполнить свою работу. Все. Никто не собирается их учить. Он вычистить должен. Хорошего дня. Съезди туда. Посмотри сейчас сразу. Да. Давайте послушаем. Да, дорогие друзья, кто уже собрался, я так понимаю, что в любом случае все 3 часа никто здесь не сможет быть, поэтому сколько нас сейчас есть, я пару слов просто скажу. Меня зовут Эдуард Одинец, я являюсь председателем фракции социал-демократов в нашем городском собрании. И, видя, какая ситуация в нашем городе происходит с вывозом мусора, с уборкой снега, десятки людей пишут нам письма, звонят, обращаются. Депутаты, сделайте, помогите что-нибудь. Детей в детский сад не отвезти, из дома не выйти, мусор не вывозят, дороги не вычищены, машины все застряли, к гаражам не подойти и так далее, и так далее, и так далее. И мы обратились к мэру уже больше недели назад с открытым письмом, которое я зачитал в зале городского собрания. И сказал, господин мэр, посмотрите из окна, пройдите по городу, проснитесь. Что происходит в нашем городе? Никогда такого бардака не было. Я не помню, сколько лет мы здесь все с вами живем. Я 70 лет живу. Да. Никогда такого бардака не было. И неделя прошла, стало лучше на улицах города? Не стало. И даже те товарищества, у которых неделю назад не вывозили мусор, у них по-прежнему не вывозят мусор. А что сделал наш мэр? Он написал одно письмо Осипенко, пригрозил пальцем, и уехал в отпуск. Да. А Осипенко смеется открыто через газету о том, что ну и что, написал письмо, ну и ладно. Вот, и поэтому сегодня мы решили под окном у мэра, ну, которого нет, но рядом с ним находится кабинет вице-мэра, который отвечает за городское хозяйство, может быть, он увидит. Решили пригласить людей, решили выйти сами. Наша фракция здесь, наши депутаты здесь, чтобы... громко сказать о том, что мы недовольны этой ситуацией. Если на самом деле мэр, вернувшись из отпуска, опять ничего не будет делать, ну тогда мы станем собирать подписи среди депутатов о выражении мэру недоверия. Потому что такой мэр нам не нужен, который с элементарными вещами справиться не может. Так не только депутатов, у людей надо собирать тоже. Дело в том, проблема в том, что если у людей подписи собирать, они ничего не значат. Понятно. А подписи депутатов значат. Тогда нужно будет обсуждать этот вопрос на городском собрании. Подписи, а там проголосуют против. Проблема-то в том, что мы оппозиционеры, выбор. Мы не выбирали. Ага. Вот. За мэра мы руки не поднимали. Мы вообще не голосовали, когда мэра выбирали. И принесли сегодня мы сюда несколько контейнеров, потому что люди сказали, что... Знали, надо было принести. Да, люди писали в социальных медиа, что они будут мусор приносить. Вот. И мы решили принести сюда контейнеры, чтобы люди могли вынести мусор. Вот.
Спасибо, что вы пришли. Мусорки поставили нам чай. Во, культура. Чай стоит нормально. На столике социал-демократов. Да. Мусорка красивая, все как чистая, в городе. Мусор, лохатом. Дома сидишь. Это как на кухне. Это как на кухне. Чайник, мусорный, ящичек. То же самое, да. Все, спасибо, угощайтесь чаем. Если кто-то хочет что-то еще сказать, то, пожалуйста, трибуна, пожалуйста, подходите, говорите. Вот, например, у меня впереди не только по поводу мусора. Сегодня, так сказать, повестка дня, этот мусор, эти контейнеры. Но у нас есть еще много других жалоб, да, на работу мэрии. Вот я живу там в конце, угол, Торы и Оливы, там, в селе Вышки. Понимаете, это самый грязный у нас угол в нашем городе. Куда все мусор свалим, свозят? Нет. Ну, а почему он грязный самый? Потому что воздух, по поводу воздуха. Сычит мозг и свирепыми группами, как ветер, мы задыхаемся. Это раз. Второе. У нас там живет контингент практически пенсионеров. Магазинов там нет. Мы вынуждены ходить далеко. У нас самые близкие, ну, я побыстрее, может быть, схожу. За 15 минут дойду. Либо Верония, тут надо нам 25 минут нести вот сумки с продуктами. Тротуары заметены. Ни одной скамеечки нет, вы понимаете? И тротуары заметены. Ну, зимой, да, плюс еще, даже и летом. Ни одной скамеечки, вот идет бабуля, ни одной скамеечки на землю кидает, некуда присесть. Накачивается к дому, стоит, отдыхает. Сколько раз просили, поставьте хоть сколько-то скамеек. Такая издевательская отписка была вот со стороны наших умных властей. Вот когда будем ремонтировать гимназию, когда будем капитально дорогу, тогда поставим. А нам как жить, когда вы там отремонтируете, еще 5 лет пройдет. И вот ты кидаешь эти сумки, то шнурок развяжется. То надо просто руку поднимать. У меня в прошлом году вообще одна рука была сломана. Одной рукой. Муж инвалид. Я должна ни продукты нести, ни поставить, не поменять, это все сваливается, не поправить, все в снег кидает. Это просто, как мы так живем, а, в нашем городе. И не хочу ругаться, если хотела сказать. Не надо. Ваша мысль понятна. Как нам удобно, как то никто, если были там когда-то обращения, поставьте скамейки. Вот вам. Значит, это еще один повод выразить недоверие нашей горуправе. Конечно. Никакой заботы о людях. Спасибо вам большое. Людей. Спасибо. Это вот как же сети. Там из Веронии. Нам не доехать сюда. Надо какой-то транспорт пересмотреть. Понятно. И не донести. Вот вы улыбаетесь. Вы как будто... Нет, он... Не считаете. Вам смешно, а вам смешно. Слушаю вас. Я просто не могу понять, если на самом деле те вопросы, о которых вы говорите, значит, они же не первый день, не первый раз. Да? Никто на них не реагирует. И дом большой, а отреагировать некому. Некому. Он с вами полностью согласен. А что же вы оттуда никого не пригласили? Туда? Они в отпуске. Рабочий дом.